телеканал «Самара ГИС». Коллектив телеканала «Самара ГИС» стал победителем премии губернатора Самарской области. Члены жюри отметили сетевой проект «Важные письма». Награду получили по направлению «Специальная военная операция» в номинации «Лучшая диджитал-работа». Это совместный проект телеканала «Самара ГИС» и Комитета семей и воинов Отечества. В каждом ролике мы рассказывали, как самарские школьники пишут слова поддержки за ленточку и что им отвечают бойцы из зоны СВО. Призеров поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул важность того, что в эти непростые времена журналисты продолжают сохранять верность профессии. Очень важно, что в условиях агрессии, направленной сегодня против нас, вы сохраняете верность Родине, профессии, становитесь настоящими бойцами информационного фронта. Бесстрашно работаете в зоне специальной военной операции. Поддерживаете боевой дух наших бойцов, членов семьи и военнослужащих. Персональные награды за плодотворное сотрудничество в реализации социально значимых проектов и высокий профессионализм была отмечена генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Наша команда «Самара ГИС» старается не просто делать свою работу хорошо, по возможности быстрее всех, но и делать ее с любовью. Вот мне кажется, что это ключевое во всех сферах нашей жизни. В личной жизни, в работе, в сфере сотрудничества с коллегами. В этом году Самарское областное отделение Союза журналистов России отмечает юбилей – 105 лет. Корреспондент телеканала «Самара ГИС» Ксения Баканова стала лауреатом премии «Дебют» имени Валентины Сематовой. Победу в этой номинации Самарское областное отделение Союза журналистов России присуждает молодым журналистам, имеющим стаж не более 2 лет. На самом деле меня эмоции переполняют. Я работаю не так давно, всего 1.5 года. Мы подавали на конкурс 3 репортажа. И, знаете, чувствую радость и гордость за то, что я смогла. Спасибо вам огромное! Также благодарностью губернатора Самарской области была отмечена редактор отдела художественного вещания Инесса Панченко. Работы журналистов оценивали эксперты, признанные мастера в сфере современных медиа, деятели культурного и научного сообщества, общественных организаций. Андрей Горгуленко, Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.